Стереотипы о глупых моделях стремительно уходят в прошлое. Пример тому – Софья Мустафина, студентка Казанского федерального университета, который не просто планирует окончить факультет политологии с красным дипломом, но еще и получает стипендию правительства России. В декабре 2015 года Софья стала первой красой студенчества Татарстана, а затем и «Мисс Казань 2016». Сейчас студентка представляет родную Казань на конкурсе «Мисс Россия». В этом году побороться за титул «Мисс Россия» хотели около 70 тысяч девушек, из которых лишь 50 прошли дальше. Претендентки на корону первой красавицы страны из разных уголков России. Каждый день конкурсантки готовятся ко дню X, едят низкокалорийные продукты, по несколько часов ходят на высоких каблуках, принимают участие в мастер-классах от стилистов, парикмахеров и визажистов. Но даже при таком плотном графике Софья не забывает о друзьях и родном Татарстане. Нам удалось с ней связаться и узнать, что ее любимым конкурсом стало представление национальных костюмов. Я подарила монету, эскиз, который специально для конкурса «Мисс России» был изготовлен. Монету, которую нашли тысячу лет назад. Ну, не тысячу лет назад, а тысячелетняя монета, по которой определили, что Казани тысячу лет. Вот, я подарила куклу в национальном костюме Чимбике. И подарила картину от своей сестры. Она у меня учится в художественном училище, она написала сама картину «Вид Казань» Клушариф. Впереди Софью ждет не только финал конкурса, но и написание диплома. Пока девушка проходит бесчисленные конкурсы, она успевает строить планы на будущее и даже придумать новый проект, который она собирается реализовать после конкурса. Несмотря на все свои страхи и, возможно, какое-то стеснение, вот как раз-таки эти конкурсы, они очень раскрывают. И я бы хотела в дальнейшем, если я останусь в магистратуре учиться в Казанском федеральном, устраивать конкурс и не в Казанский федеральный университет, чтобы она выходила на конкурс «Красное студенчество Республики Татарстан». Дальше на конкурс не Татарстан, если ее заметят. Потому что почему-то у нас в университете, в самом большом университете Поволжья, такой вообще глобальный университет России, у нас нет этого конкурса. Пока Софья покоряет Москву, в Казани за нее болеют не только друзья и родственники, но и родной Казанский федеральный. Каждый может поддержать девушку, отдав свой голос на сайте конкурса «Мисс Россия», как это сделала наша съемочная группа. Анастасия Иванова, Универньюз.